Okay, we lost today from one much stronger team than us. It was very difficult to organize our reception today and our attack because I have a lot of players with experience. So I wish success in the future for the team and to take the cup. Сегодня играли с очень сильной командой. У нас не получалось наладить прием и атаку. И в команде Галочка очень большие, очень высокие игроки в сравнении с нашей командой. И очевидно, что команда Галочка сильнее. Ну и также тренер пожелал удачи нам в следующем этапе.